В Сочи таджикские предприниматели привезли дыни, виноград, персики, яблоки, груши, абрикосы, томаты, болгарские перцы и сухофрукты. Все это недорого, экологично и очень вкусно. Анатолий Пахомов отметил, сочинцы знают толк в здоровой натуральной пище. На курорте работают ярмарки «Привоз», где свою продукцию реализуют кубанские фермеры. Таджикская ярмарка – прекрасный шанс оценить товары, что называется, от производителя. Это не только продажа сельскохозяйственной продукции, а с другой стороны – общение. И большая школа для увеличения экспорта фруктов, овощей и сухофруктов не только в город Сочи, а и другие регионы. Последние годы после организации этих ярмарок увеличился объем поставок сельскохозяйственной продукции. Лучше дыни таджикской нет вообще в мире, да? Да. Вот, это наши жители это оценили, поэтому мы хотим всех желающих гостей нашего города, жителей нашего города пригласить на ярмарку. Настоящий восточный базар под открытым небом будет работать до воскресенья включительно, с 8 утра до 10 вечера. Главе Сочи таджикские предприниматели пообещали установить цены как минимум на треть ниже рыночных. Впрочем, здесь как нигде приветствуется торг. Это ведь настоящий восточный базар.